Мы никогда не верили в древние пророчества. Всю жизнь мы слепо ненавидели тех, на кого указали отцы и деды. Не озарились огнем, и не явился новый враг. Время ускоряет свой бег, сын Дуратана. Ветер отзывается голосами войны. Земля, испещренная шрамами прошлого. К новому противостоянию.
принимают вызов судьбы и ведут свои войска в бой. И пока смертные слепо мчатся навстречу гибели, пылающая тень грозит поглотить нас всех. Собери Орду и поведи свой народ тропой судьбы. Найди меня. Что за странный сон? Это не сон, юный вождь. Это видение. Следуй за мной, и узнаешь, какая судьба уготована тебе. Не знаю, что все это значит, но мне интересно. Хорошо. Похоже, вам не терпится отправиться в путь. Но сначала научитесь отдавать Тралу приказы. Прикажите Тралу следовать к находящемуся неподалеку знамени. Для этого щелкните по кнопке «Двигаться» в правом нижнем углу экрана, а затем «По знамени». Замечательно. Тем не менее, до лагеря орков еще далеко. Прикажите Тралу двигаться на север к следующему знамени. Для того, чтобы увидеть знамя... Прекрасно! Мы почти на месте. Но на пути к следующему... Обратите внимание, черная область уменьшается по мере продвижения Тралла. Лохтар, воины! Вождь, что за дело? Мы ждем твоих приказаний! Готовьтесь к бою! Впереди гнолы! Чтобы приказать воинам вступить в бой, выберите их и щелкните сначала по кнопке «Духи «Атаковать», неспокойны», а затем по гнолу. Это был всего лишь разведчик. Похоже, впереди их лагерь. Прикажите вашим воинам напасть на вражеский лагерь. Мой час пробил! Чего прикажешь? Прекрасно. Обратите внимание, благодаря приобретенному в бою опыту, Трал получил новый уровень. Накапливая опыт, герои становятся все более и более сильными. За каждый новый уровень герой получает талант, который можно использовать, чтобы изучить или улучшить способности.
Чтобы использовать талант, выберите Трала и щелкните по кнопке «Способности» в правом нижнем. Если вы щелкните по кнопке «Способности», в правом нижнем углу экрана отобразятся способности, которые ваш герой может... Мы видели в реке стаю мурлоков. Мурлоки — превосходные мишени для вашей новой способности. Чтобы Трал применил ее, иногда рядом с телами убитых врагов появляются сундуки. В них хранятся магические предметы, но использовать их могут. В этом сундуке было зелье маны — весьма полезная вещь. Обратите внимание, что ваша находка занимает одну из ячеек инвентаря, расположенных в центре нижней части экрана. С помощью этого зелья можно пополнить запас маны, магической энергии вашего героя. Мана расходуется на применение способностей, например, цепной молнии. Волчий вой — знак наступления ночи. Наступает ночь! Воины, будьте начеку! Хорошо. Сила и честь. Сила и честь. Духи неспокойны. Хорошо. Дабу. Огр. Хорошо, что он спит. Иначе нам пришлось бы туго. Хорошо. Дабу. Хорошо. Сила и честь. Голем. Осторожно, воины. Эти создания по ночам не спят. Локригар Ногал. Хорошо. Дабу. Сила и честь. Твой час пробил! Дабу. Хорошо. Замечательно. Магическое кольцо — весьма полезное приобретение. В зависимости от свойств, кольца улучшают характеристики героя, который их носит. Лесные тролли. До сих пор не верится, что когда-то они тоже были частью Орды. Я вождь. Осторожно!
сила и честь. Сила и честь. Какая удача! В сундуке хранился магический фолиант. Прочитав его, Трал получит постоянный бонус. Хозяин? Да. А? Пора за дело. Хорошо. Дабу. Сила и честь. Дабу. Хорошо. Приветствую тебя, сын Дуратана. Я знал, что ты сумеешь найти путь ко мне. Я видел тебя во сне. Кто ты? Откуда ты меня знаешь? Я знаю многое, юный вождь, и о тебе, и о твоем народе. Кто я сейчас, не важно. Важно лишь то, что ты должен как можно скорее собрать всех орков и покинуть эти земли. Покинуть? Что происходит, человек? Человек? Во мне давно не осталось ничего человеческого. Я изменился, стал другим. Знай, я видел будущее. Видел пылающую тень, которая надвигается на этот мир и жаждет поглотить его. Ты ведь тоже чувствуешь ее приближение. Демоны возвращаются. Да, и лишь за морем, на далеких берегах Калимдора, у вас будет шанс устоять против них. Но разве мы... Когда придет время, я отвечу на все твои вопросы, юный вождь. А сейчас собирай своих воинов. Мы еще встретимся. Бред безумца. Но духи говорят, что я должен верить ему. Прошло уже 3 дня, и этот пророк так и не объявился. Надеюсь, я не зря доверился ему. Вождь, кланы выступили в путь по твоему приказу, но им нужно время, чтобы добраться сюда. Разобьем лагерь. Когда прибудут мои воины, у них должна быть еда в достатке и крыша над головой. Будет сделано, вождь. Воин, ты не встречал громаш адского крика? Клан Песни Войны уже давно должен был прибыть сюда. Нет, вождь. От адского крика давно не было вестей. Проклятье. Куда же он подевался? Мигающая кнопка в верхней части экрана показывает, что в журнал была добавлена новая запись. Щелкнув по кнопке «Задачи», вы сможете прочесть описание текущих задач.
Чего хочешь? Батраки могут добывать золото на рудниках. Один рудник как раз находится неподалеку. Выбрав батрака, щелкните правой кнопкой по руднику, чтобы начать добычу золота. Чего надо, хозяин? Получив приказ добывать золото, батрак начнет автоматически курсировать между рудником и ближайшим домом вождей. Вот вам еще несколько батраков. Чтобы ускорить добычу золота, отправьте их на тот же рудник. Запас вашего золота отображается в правой верхней части экрана. Он растет по мере того, как батраки переносят добытое золото в дом вождей. Обучение занимает некоторое время. Выбрав дом вождей, вы увидите в середине нижней части экрана индикатор, отображающий прогресс обучения. Готов вкалывать? По мере роста населения вам нужно строить дополнительные землянки. Они обеспечивают вашу армию припасами, позволяя обучать больше бойцов. Чтобы построить землянку, выберите батрака. Щелкните по кнопке «Построить здание» на панели приказов. Обратите внимание, на панели приказов появились новые кнопки. Чтобы построить землянку, щелкните по кнопке «Построить землянку». Теперь наведите курсор на место, где вы хотите разместить здание. Определившись с выбором места, щелкните левой кнопкой, чтобы начать строительство. Готов вкалывать? Да. С удовольствием. Чего надо, хозяин? Да-да. Готов вкалывать? Хорошо. Я — вождь. Сила и честь. Хорошо. Ндабу. Сила и честь. Хорошо. Ндабу. Хорошо. Сила и честь.
Дабу. Пора за дело. Хорошо. Работа сделана. Хорошо. Лесопилка позволяет исследовать улучшения для ваших войск. Выберите лесопилку, чтобы увидеть доступные улучшения. Кнопки доступных улучшений появляются на панели приказов лесопилки. Щелкните по... Локригар Ногал. Сила и честь. Да. За молот Рока! Никто не уйдет! Работа сделана! Теперь, когда казармы построены, вы можете обучить нескольких рубак для пополнения своей армии. Чтобы обучить рубаку, выберите казармы. Теперь щелкните по кнопке «Обучить рубаку» на панели приказов. Да-да. Да. Хорошо. Локригар Ногал. Исследование завершено. Хорошо. Работа сделана. Духи неспокойны. Землянка готова, и теперь построившему ее батраку можно дать новое задание. Пора за дело. Дабу. Да. Да-да. Вы указали точку сбора, в которую будут автоматически следовать все войска, обученные в этом здании.
Чтобы указать точку сбора, выберите здание, в котором можно обучать войска, и щелкните правой кнопкой в нужном месте. Я вождь! Сила и честь! Работа сделана! Продолжайте обучать рубак, пока задача не будет выполнена. Чего надо, хозяин? С удовольствием! Моя жизнь принадлежит Орде. Моя жизнь принадлежит Орде. Готов вкалывать. Работа сделана. Готов вкалывать. Моя жизнь принадлежит Орде. Сделаю! Готов вкалывать. Чего хочешь? Чего надо, хозяин? Чего хочешь? Готов вкалывать. Да? Моя жизнь принадлежит Орде. Чего прикажешь? Моя жизнь принадлежит Орде. Работа сделана! Орки, вы нарушаете законы Альянса. Мы уже взяли в плен одного из ваших командиров. Если вы сдадитесь сейчас же, мы сохраним вам жизнь. Вождь! Они говорят, что захватили в плен одного из наших командиров. Может, это Громаш? Надеюсь, что нет. Но если они взяли в плен адского Крика, я заставлю их об этом пожалеть. Локтар Огар! Вперед, воины! Оттесним людей! На нашу базу напали! Духи неспокойны. Жалкие людишки уничтожены. Переведите Трала и его отряд через мост и найдите Громаша. Орде, моя жизнь принадлежит Орде. Да? Одно из ваших зданий было повреждено. Чтобы отремонтировать его, выберите батрака и щелкните сначала по кнопке «Ремонтировать», а затем по поврежденному зданию. Чего хочешь? Моя жизнь принадлежит Орде. С удовольствием.
Моя жизнь готов принадлежит Орде. Хорошо. Сделаю. Чего надо, хозяин? Да-да. Да. Сделаю. Моя жизнь принадлежит Орде. Моя Можно жизнь построить принадлежит землянку. Орде. Ваша армия так разрослась, что теперь на ее содержание будет расходоваться часть ресурсов. Принадлежит Орде. Работа сделана. Работа сделана. Чего хочешь? Работа сделана. С удовольствием. Моя жизнь принадлежит Орде. Моя жизнь принадлежит Орде. Моя жизнь да. принадлежит Орде. Зак-зак. Чего надо, хозяин? Работа сделана. Хорошо. Да-да. Пора за дело. Хозяин? Локригар Ногал. Ндабу. Сила и честь. Никто не уйдет! Хорошо. Работа сделана! Ндабу. Хорошо. Ндабу. Сила и честь. Ндабу. Работа сделана! Лох-Нараш! Никто не уйдет! Твой час пробил! Лох-Нараш! Сила и честь. Самолот Рока! Хорошо. Моя жизнь принадлежит Орде. Я вождь. Я вождь. Хозяин? Свобу. Духи неспокойны. Ндабу. Никто не уйдет.
сила и честь. Твой час пробил! Во славу Орды! Хорошо. Да, вождь. Да. Локтар. Пора за дело. Если в одном отряде есть несколько магов, может возникнуть необходимость быстро переключаться между ними, чтобы использовать способности каждого. И для этого вовсе не обязательно выбирать каждого мага по отдельности. Обратите внимание, выбранным бойцам соответствуют маленькие портреты в середине нижней части экрана. Один из портретов выделен желтой рамкой, которая обозначает текущую активную подгруппу. Переключаться между подгруппами можно с помощью клавиши Tab или щелкая левой кнопкой по необозначенным желтой рамкой портретам. При активации подгруппы ее способности отображаются на панели приказов. Лежит Орде. Чего прикажешь? Чем могу помочь? А? Дабу. А? Дабу. Локригар Ногал. Да. Духи неспокойны. Приказывай. Чего прикажешь? Да. Локригар Ногал. Хозяин? Зак-зак. Я вождь. Сила и честь. Хорошо. Дабу. Вождь, мы нашли Громаша, но место, где его держат, окружено сторожевыми башнями. Так уничтожьте их. Нужно освободить адского крика. Самолот Рока! Бог на рож! Твой час пробил! Никто не уйдет! Самолот Рока! Громаш, ты в порядке? В полном, братишка. Пострадала только моя гордость. Забудь об этом. Мы покидаем земли людей навсегда. Ну, наконец-то. Идем. У меня есть идея. Ха-ха-ха. Мы могли бы одолжить корабли у людей. Согласен.
Но сперва нужно дождаться остальных. Орда в сборе, вождь. Мы ждем твоих приказаний. В путь, юный Трал. Плыви на запад, к берегам Калимдора. Там ты найдешь свою судьбу. Там обретет спасение твой народ. Повезло нам, что мы нашли эту бухту. Иначе мы бы вряд ли пережили бурю. Вождь, мы потеряли половину флота. Оставшиеся корабли сильно повреждены. Тогда разобьем тут лагерь. Кажется, мы на этом острове надолго. Вождь, я чувствую какую-то странную магию. Вот источник этой магии. За нами следят. Это вы! Вы являлись мне в видениях. Я запомнил тебя, предсказатель. Или это мой старческий разум шалит? Этот тролль явно пересидел на острове. Мы не твой вымысел, старик. Меня зовут Трал. А я Сенджин, главный у троллей. Раньше на острове были только мы, но недавно тут разбил лагерь Альянс. Вам лучше быть начеку. Альянс? Да-да, они охотятся на нас днем и ночью. Их патрули рыщут по всей округе. Скоро они и вас найдут. Нет, мы найдем их первыми. Нельзя, чтобы их патрули доложили о нас на заставе. Локтар, братья! Вперед! Удачи, друг! Сейчас меня ждут важные дела, но скоро мы увидимся вновь. Кого убить? Да. Пора за дело. Сила и честь.
Пора за дело. Духи неспокойны. Хорошо. Готов вкалывать. Чего надо, хозяин? Готов вкалывать. Чего хочешь? Готов вкалывать. Да. Хорошо. Исследование завершено. Готов вкалывать. Сделаю. Работа сделана. Чего хочешь? С удовольствием. Да-да. Работа сделана. Да-да. Чем могу помочь? Понял. Работа сделана. Чего надо, хозяин? Хорошо. Да. Да.
Приказывай. Работа сделана. Да? Работа сделана! Улучшение завершено. Готов вкалывать? Да. Готов вкалывать. Сделаю. Чего надо, хозяин? С удовольствием. Я — вождь. Сила и честь. Готов вкалывать. Да. Готов вкалывать. Кригар Ногал. Духи неспокойны. Работа сделана. Хорошо. Сила и честь. Чего хочешь? Хорошо. Да? Чего хочешь? Да, вождь. Приказывай. Только скажи. Да. На нас напали!
волчья тропа ждет. Взываю к силам бури, земли и огня. Волчья тропа ждет. Да, вождь. Чего надо, хозяин? С удовольствием. Да-да. Взываю к силам бури, волчья тропа ждет. И огня. Чем могу помочь? Что нужно? Вперед! Эй! Да. Волчья тропа ждет. Во славу Орды! Говори, вождь! Не проблема! Работа сделана! Работа сделана! Да? Сделано! Волчья тропа ждет! Исследование завершено! Говори, вождь! Я вождь Мдабу. Чем могу помочь? Локригар. Привет, дружище. Сенджин говорит, ты поможешь нам разобраться с Альянсом. Тут еще одна проблемка. Раньше воды этого источника были лечебными, но странный газ из-под земли отравил его. Сенджину бы пару травок раздобыть, и он сделает противоядие. Поможешь? Пора за дело. Хорошо. Приказывай. Духи неспокойны. Да, вождь. Локригар Ногал. Сила и честь. Пора за дело. Чем могу помочь? Я... Да? Вождь. Я... Вождь. Мдабу. Никто не уйдет! Хорошо. Хорошо. Твой час пробил. Лок-дорож.
сила и честь. Ндабу. Хм. Лок-дорож! Ндабу. Сила и честь. Хорошо. Ндабу. Духи неспокойны. Хм. Хорошо. Сила и честь. Ндабу. Хм. Сила и честь. Эй, это же те орки, что угнали корабли с материка. Высылайте подкрепление. Хорошо. Сила и честь. Хм. Хорошо. Ндабу. Твой час пробил. Пора за дело. Ндабу. Локригар Ногал. Хорошо. Вы вернулись. То, что вы нашли, мне отлично подойдет. Теперь наши воины снова могут лечиться. Вот тебе за труды. Мелочь, конечно, но хоть что-то. В этих идолах целительная сила. Они тебе точно пригодятся. Я... Да, вождь! Духи неспокойны. Волчья тропа ждет! Локригар Ногал! Хорошо. Сила и честь. Силам...
бури, земли и огня. Дабу. Хорошо. Волчья тропа ждет. Взываю силам бури, земли и огня. Сила и честь. Волчья тропа ждет. Дабу. Дабу. Хорошо. Никто не уйдет! Взываю к силам бури, земли и огня! Сила и Волчья честь. Волчья тропа ждет! Хорошо. Сила и честь. Дабу. Дабу. Взываю к силам бури, земли и огня. Хорошо. Сила и тропа ждет. Дабу. Хорошо. Чего прикажешь? Взываю к силам бури, земли и огня! Пора за дело! Сила и честь! Дабу. Хорошо. Сила и честь. Дабу. Сила и честь. Хорошо. Хорошо. Дабу. Сила и честь. Самого Крока! Осторож! Дабу. Хорошо. Сила и честь. Дабу. Хорошо. Сила и честь. Сила и честь. Хорошо. Дабу. Дабу. Хорошо. Сила и честь. Сила и честь. Самолот Рока!
Дабу. Хорошо. Какая поразительная наглость! Все, на что вы можете надеяться, варвары, это мучительная смерть. Никто не уйдет! Твой час пробил! Дабл. А молот Рока! Твой час пробил! Никто не уйдет! Вот дорож! Сила и честь! Будьте настороже! Битва еще не закончена! За нами явились ходячие рыбины! Ваши никчемные маги больше нам не помешают! Свободные!